Эта песня, она как, очаровывает просто. Начиная с названия. Друг Абакан. И вот, наверное, все в ней вот просто наполнено очарованием. Начиная с первых аккордов гитары, где сразу начинает звучать такой вальс. С одной стороны, он и такой вот, у него есть такое что-то стремительное в ритме, и в то же время он такой размеренный, такой душевный, такой, такой теплый, что как-то располагает сразу к такому душевному общению, к какому-то такому проникновенному общению. Он, ну, словно бы согревает сердце этот ритм. И каждый куплет песни, он дарит свое очарование, свой колорит, знакомя с «Милым Отечеством», именно вот с этой частью, в котором сейчас мы оказались благодаря вот этому путешествию, происходящему в этом творческом комплексе. И тут совершенно свой колорит, такой вот, такая душевность, такое тепло. И благодаря тому, что песня наполнена благодарностью, таким вниманием к тому, что видит, видит сказочник. Это же песня-сказка. Проникаешься тоже, наверное, любовью и вниманием к этой красоте. Эта песня-сказка для меня как образ того, как можно относиться к дарам жизни, к ее заботе, к тому, что вот сейчас происходит, что даровано. Вот удивительно, песня-сказка начинается вроде как с завершения, что пора, в дорогу пора. А нет ощущения, что что-то завершается. Есть ощущение наполненности, такой благодарности и каких-то новых сил, которые подарила встреча именно с другом Абаканом. Восхищает, с какой любовью и благодарностью, ну, как представлены, описаны вот эти вот черты этого прекрасного образа. Вот такое чувство, что ну, просто любовь к каждому, вот каждому проявлению, каждому встреченному прекрасному явлению природы. Вот сколько там щедрости, и они такие художественные становятся, и такие милые сердца, и такие родные, благодаря тому, как они представлены. И воздух хвойный, и клубника, и прохлада озер. И вот там говорится, что можно влюбиться в холмистый простор. У меня такое чувство, что в моей душе тоже это происходит. И именно благодаря тому, как все представлено, сколько отношения, благодарности и щедрости. Словно букет просто подарен. И, наверное, становится понятно, как рождается вот это чувство, что милое Отечество, из благодарности и внимания, наверное, вот ко всему, что даровано.